Всем привет! Для выравнивания ступеней берем верхнюю точку и нижнюю. Получившуюся цифру делим на количество ступеней. Вычислив общий размер каждой ступени, приступаем к установке маяков. Таким образом, все установленные маяки будут соответствовать одному размеру ступеней. Далее заливаем армирующей стяжкой. Я мог бы рассказать, что за стяжка и производитель, но многие будут считать это за рекламу, поэтому я не буду озвучивать. В дальнейшем будут много интересных фишек. И если вам будет интересно, чтоб я в подробностях рассказал о всем, пишите в комментариях, надо это или нет, чтоб не казалось все как за рекламу. Ну а я хотел бы вам посоветовать интересный канал моего коллеги, где он сам строит дом от начала и до конца. И это, я вам скажу, нелегкий труд. А также сделал весь комплексный ремонт своими руками. Короче, мастер на все руки. Кому интересно, я на всякий случай оставлю ссылку в описании видео. После выравнивания ступеней приступаем к подрезкам. Делаем разметки ступеней и режем в нужный нам размер. А также и под ступени. После того, как высохли ступени, снимаем маяки и удаляем весь гипс. Далее проходим лесосом и грунтуем. После полного высыхания приступаем к укладке ступеней. Далее я не буду комментировать, так как существует несколько способов по укладке клинкера. И данный способ
был выбран заказчиком. То есть подступени не должны заходить вглубь за бортик, а именно вот таким вот способом. Это намного красивее. Ну и на протяжении 10 лет еще никто не жаловался. И у всех все четко. После того, как закончили класть ступени, равняем парапет. И делаем заготовки для облицовки бордюра. Примеряем все элементы заготовок. Углы будем сводить по диагонали, но это вы увидите в следующей части. А на сегодня у меня все. Всем пока, спасибо за внимание.